Жуков Прокопий Петрович, 1912 года рождения, мой прадедушка. Место призыва КМСР Троицкий Печерский военкомат. Воевал на трех фронтах, Западный фронт, Воронежский фронт, Третий Украинский фронт. Находясь на фронте с 1941 года, в боях с немецкими захватчиками получил 2 ранения. Действовал в составе штурмовой группы отдельного штурмового инженерно-саперного батальона красноармейцу Бушукову было приказано уничтожить огневую точку противника, которая находилась на горе и мешала продвижению нашей пехоты. Выбрав удобный случай, красноармеец Бушков пошел выполнять поставленную перед ними задачу. В трудных условиях местности и сильного обстрела противника отважный огнеметчик не дрогнул, подполз к огневой точке противника и уничтожил ручной пулемет и двух немецких солдат. Трое пулеметчиков противника, которые попытались спастись бесом, также были уничтожены отважным огнеметчиком из пистолета. Жуков Прокопий Петрович награжден орденом Отечественной войны второй степени, орденом Красной Звезды.